раньше жил здесь, Старобрядской, вот он нарисованный на этой стене. А там вон бабушка, его жена. А когда во время революции расплачивали, он богатый жил. Вот. Его куда-то отправили. Что ж там с домиком? И написала я руководительнице этой экспедиции в Саратов, говорю, что как там дела, как музей там, когда приезжать смотреть. Она говорит, музея никакого нет, все поговорили и уехали. Ну, это нормально, здесь нельзя обвинять, это у нас типичная реакция на что-то такое. До дома мне 1500 километров, я студентка тогда была, без особенных средств, то есть я здраво оценивала свои возможности, хотя недооценивала, видимо, возможности не свои, а скорее возможности нашего общества. Приезжать люди, и англичане, и французы.